И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, это подводка к закрыточке. Сегодня у нас на повестке дня одна интересная, замечательная закрытка на аренке. Давно у нас не было вообще ареночек, закрытки в последнее время заходят вам в какой-то степени, да, если вам нравятся они, если вы хотите, чтобы они выходили чаще, обязательно поддержите данный видеоролик лайком. Катка получилась довольно-таки интересная, при том раскладе то, что мы особо-таки часто не играем вообще подобного рода катки, была своя какая-то определенная изюминка, поэтому я вам предлагаю ее прямо сейчас посмотреть, многое больше ничего говорить не буду, желаю вам приятного просмотра и надеюсь, что данный видос вам определенно зайдет. А, ну и конечно же, друзья, не забывайте о том, что стартовал конкурс на 3 миллиона кристаллов. Если вы еще до сих пор не поучаствовали в нем, то ссылочка на данный замечательный конкурс в описании. Переходите, выполняйте все условия, все очень гениально, легко и просто. Поэтому переходим, выполняем, нагибаем и желаю вам приятного просмотра. У нас четвертый у меня, Тём. Рыбку, блядь, вылетел. А вот. Ты зря это взял шлем. Я 200 его дал. Тебе это фриза нагибать, остальные тоже. Без самой нагибать. Тут же без айрона, да? Чего? Тут же айрона нету. Ну конечно нету. Это шикарный рисом. Что ты стал? А, это я тебе не видел. У меня рикошет. Че, может на лечение взять или нет? Мне кажется, этот тип с фризом на викинге не знает еще вообще. Он на викинге играет. Че? Он только на викинге играет зачастую. Ну так он походу не знает, что такое, блядь, вообще закрыт. Ну знаешь, что такое пролазить под титана, это он знает. Уйти с ним дважды. А вот ты не там должен стоять, за нами. Да ебал у меня респ тут, что я все делаю? На базе. На базе респ вышел, понимаешь? Так, у них изиды нету, да? А есть. Ты кучек создал. Если слез, я буду. Я фриза буду сливать. Ну, это лечи. Не сада. Вообще не лечить, зачем этот мусор? Ты уж Миша тогда и соску взял бы на лечение. Ну я говорю, может на лечение взять? Я думаю, да. Я бы взял бы на лечение. Я бы вообще помимо лайков. Давай, давай, давай. На, тебя не ожидал. Держал бы нормально Тёмыча. Давай я возьму, попробуем. Изи. Не, без ноль урона викинг. Только стой так, стой так, стой так, стой так, как стоишь. Не двигайся. На. Ты очень мало кидаешь. Блокадаю, очень мало. На нулях, Рик. На. Пошли ваншот, Макска. Принц. Рика я забочу. В Рика, да, шел? Ну, пока не где. Вот сейчас, если пойдет, я просто, да? 2-4 слива. Нормально. Оставь его, не забивай. Всегда давай по одному, типа, потом по второму. Бум! Чё, зарезбил его? Блин. Я тут же буду уже расставить. Я наверх. Я текаю. Лечи меня, бот. Дали по нам стрелять. Зюмба. Фриза нагибать или ворот? Тебе твинса, да, нагибать? Тебе нагибать твинса? Рикошет. А мне Рика нагибать. Я тебя услышу. О, ваншот 4400. Он на хп был, ваншот. Живи, 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 живи. Твинс 0, твинс 0, твинс 0, твинс 0. Рик тоже убитый, лайка. Тём, тебе, мне кажется, надо твинса взять. Не надо, не надо, нормально, нормально, нормально. У меня тоже твинса нет. Да нормально, нормально. Чё страшно? Зачем мне 50? Сзади зеда у вас. Я тяжёлый бил, всё, сейчас будет. Твинс мой, главное, Тём, под него не становись. И за 1000 биты. С точки выехали. Чё, блядь, буду тяжело, нахуй. А он на ресе играть научился, что ли? Я ебал стоп, а ты съедал, я без кости туда. Он ушёл, блядь. Ты мол, не инферно, блядь. Нахуй бабки инферно, не беспокоит.
Две стола. Фриза. Ты на массу взял? Ну не толкай, боже. Он выпендривается. Давай, Ава. Хорош. Играть научился, что ли? Нет. Все, мы идем вперед. Тридца перебить. Боже, мне надо скидить одного, второго. Ну, меня соска, сука, хавает. Нет, Тёмик, надо тебе взять все же твинца. Фриза, бейте. 2000, да. Рик 0. 2000 изи, да. Рик 0. Блять. Кто ты дети, что? Возьми от венца, серьезно, возьми, на. А чё, ты сидишь? Да, страдаешь. Или можешь взять... Вместо жиги, ну, фриз жигать винц. Да, ой, да, фриз да, твинц. Да, да, не жирку усилить. 2600 дам фриза. Что-то дай на холодить. Я ещё 3200 дам. Ебет, косал. Грома взяли. Гром. А, я гром, это параша. Не, гром нормально тоже. Параш. Нормально. Параш. Нормально. Могу взять. Да есть. Но с рейса есть. Давай, бери. Есть. Бери. Возьмешь? Да. Фриз Изида. Гром. Ну пацаны, фриза, это блять, ну. Пофиг, я не понял. Кстати, я пойду от грома сейчас возьму. Не бери его, подожди. Да. Зачем? Я бы на место Тёме это. Не меняй, мы два реза поменяли, Ава. Не меняй. Тём, возьмешь рикошет, а может? У меня нет адреналина. Адреналина нет? Лишь он сказал. Да. В смысле? Ну нет, 40 лямов, и у него адреналина нет, понял? Сейчас надо косить. Ну возьми хотя бы обычного. Ну вообще-то на Рик это топовое. Вот Тёма, можешь сейчас купить? Ты стал. Ладно, да, сливаем катку, что поделать. Ну твинца надо менять. Зачем твинца менять? Ты чё, глупый, Миш? Да ладно, твинца сняли. Возьми, что, успокойся, блядь. Какого твинца менять? Да. Сука, мозг себе лучше поменяй, блядь. Твинца. Блядь. Я могу выйти. О, сразу можно выйти. Ты еще заплачь, Миш. Надо не играть, это жирение. Живи. Надо, чтобы кто-то всегда здесь сидел, чтобы я дал. 2400 дал. Грома. Нет, с громом они не потянут вообще никак. Гром на нуле. Шансов, что на выигрыш 0%. Гром на нулях, пап. Шо, соску, сови. Живи. Сдох. Оп, подкоп. У кайфа нормально, да? Хороший. Добрый сис. Добрый такой. Душевный. Подкопчик. На ваншоте. Топчик. Ты решил над ним проехать. На А. Понял. Вот чуть-чуть промазал. Тогда. Взял бы грома. 2500 дали. Вон. Вылези. Какой улик, бог ты мой. Три улик. Что, у меня конца еще? Я беру. Да? Мне надо резист поменять. Давай 20-очку возьму. У меня ни от кого нет, у меня ноль только. Бери его. Ты возьми. Я беру. Я рик жиговую камеру. Мне не трогать, не менять? Пока не меняешь.
Просто я страдаю на изиде. Ну пока сосиски. Двадцатку возьми. Стой, стой, стой. Ты чё тебя так подорвало? Вот играя на резине. Ты чё тебя жёстко так подорвало? А? Да? Чё тебя жёстко подорвало? Это ты фраз. Я на резине страдаю, ты говоришь ещё от соседа. Пиздец. Сказал соседа. У меня вообще ноль резиста, один только. Ты сказал соседа, нет, соседа. Одной резиды. Минуйте резисты все. Нет, двадцатка, Миша, ты глупый. Ну, в данной ситуации лучше мне двадцатку взять. Тём, по пулику работай, пожалуйста. Мне все контролят, и плюс они в любой момент могут поменять все. У меня тысячка висит, блядь, сейчас поработаем. Ну возьми 20, боже. Как Аветис сделал, нет? У нас пулик шатает, ёп. Аветис взял от пулика, который его вообще не бьет, блядь, сука. Зарежь, ну, так мне играл. Я 20-й. Кстати, опа, копчик. Вы 2 20-ки, молодцы, сука, вы красавчики. Сейчас жига пойдет, да? Вы красавчики, молодцы. Ай. Уже пошел жига. Ай, красавцы. Ну, я говорил, Тёма, промолчи. А ты можешь его выпустить, чтобы я его урон дал? Ты его уже 3 раза целью, ты фантом держишь. Че, еще одну жигу возьмут? Чтоб я рез взял. Твинс, хорошо. Я тогда жига пулик твинс. Я салют. Громаны гибайте. Нет, резко минус. О, ваншот. Получай. Ну нафиг ты меня держишь, сука, инвалид. Ну, показывает свою мощь. Не плакай. 3000. Держим, держим. Ноль, то есть. Жига ноль. Выпьем изи. Чисто пулик. А, у меня рез. Какое время на нет, можно времени взять. Меняй. А что здесь? Жига фристрит. Если твинс не бесит, то и от изиды возьми. Чё хочешь, короче. Либо от твинса, либо от изиды. Оп. 2000 дал банк. Так, я беру, значит. Твинса, 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 твинса. Так, я, короче, дрова вы. Ну, выпустите их хотя бы кого-то, чтобы дать на веров этих вот. Ты возьмешь? Резист. Так, мне надо больше работать по фризу, да? И по жиге. О! И по зитке желательно. Ну Артём, ну Артём, ну по безрезику, пожалуйста. Не плакай, не плакай. Поэтому я, сука, и бью, блядь, каких-то даунов. Артём убьет, блядь, сука, по резу. Нафиг тебе твинс туда. Фризбитый. Ты же мою жигу спиздил. Так может его поменять? Возьми жигу, ёпта.
Сука, он еще мини будет, то есть вот твинс. У тебя как раз адреналин на рикошете есть. Возьми же второй. Ну нет. Просто Тёма, кроме жиги, не имеет ничего. Инвалид, сука, стоит, бьет по твинсу срезом. Ой, моя, ёп твою. Ну и плака, ну соска, ну или чё ты можешь кого мне бить, блин? Плака, ещё, плака, ещё. Б. Г. С. Иди. Идиот. Питпух. Нет. Миш, поменяешь? Кого? Резист? Да. Ну давай. О, живи, живи, живи. Сейчас, секунду. Два продува рикошет возьму. Настолько рука кривая, что ты не смог дать, блядь, по троим, а по одному попал. Я в шоке, алло. Так все, не заморачивай. Я волнуюсь просто. Ой, Иисус. Вот мне как. Ну, едь на точку уже, инвалид. Две тысячи, да, фреза. Я вот буду спанк. У вас это фреза у троих, да? Да. Класс. О, как Витя с Лёхой. Живи, живи, живи. Хэштег живи его. Витя сюда двигал. Парни, я держу точку. Как же тебя масса? Я держу. Я не делит, короче. Так что, вы поменяетесь местами или нет? Ну, я не знаю, он будет жигу брать или нет. Нет, конечно. А Витя, пора долит уже нажать, а? Ну, серьёзно? Ты дебил? Кто у нас Витя? Ебать, я бассан. Две стон фриз минус. Рик тысяч. Две 700 фриз. Я бы рикошет взял. Дайте изи, пожалуйста. Чё тебе не нравится? Не посту. Два твинца. Меня бесит фриз. Так, Руси взяли. Ну, по-моему. Берите резист, у меня время. Три костя уже. Тысяч 300 жига. Ваншот, ну. Соси, Миша. Лица сзади. Рыса. Эрик, я там не беру, короче. Сбил, что ли? Зачем? Нормально, иди. Ага, я вижу, как нормально. Ну чё, по, ты по опыту смотришь или что, блин? Так по опыту. 8000. Грубишь мне постоянно. Нормально. Успокойся. Ты какой половерник, блядь. На тебе, куда ты целишься? Плюсовод. Что в молоко стреляете оставить? Ты чё? Ты чё? Ты мою игру на РСА видел? Лучше бы не видел. Вот и лучше. Точку быстрей. Ох, сука. Все классно. Все из-за инвалида. Да ну ты классно. Все из-за массы. Короче, это все? Что из-за массы, блять, масса у тебя ебать. Просто мол медленно. А ты где большой? Пусть я был. Ты 700 минут. Че не надеть, еще быстрее. Столько вы лучше. Чё, мне привет? А, есть, окей. Две 600 река, не добей. Давай, через меня. Да мне этот не мешает, мне нет просто.
Изи пол хп. 2200, да. Пусть заедет на точку. Да, мол. Че, взять от 30? Флаг? Да. Не, не надо, зачем? Второй от 30 не надо. Давай хотя бы от Изиды возьмем. Ты 2000 давал? Нет. Я резист меняю. Сосканать, добивать. Сос, конечно, с Тёмой тандем не очень. Это лох. Ты просто чекай. В тайминге не попадаем. А. Сбил на ему танк, я понял. Миша? А, забыл. Ты говоришь. Я думал, тебя на карте нет. А, ты появился? Ничего себе. Ты хоть говори. Я не вижу. Темная ночь на дворе. Сука, мне сушки жрет. У меня Тезида есть, его Аветиса есть. Вы либо бейте, либо меня лечим. Сейчас будем, сейчас будем. Я с темненькой буду лечить, и все четко будет. Битая сильна. Давай перекрой. Живи, живи, живи. Классный мортар играет, конечно. Классный. Тём, у них Тёма нет, меня резьи. Сейчас твин сразу появится. Да, сейчас твин сразу появится. Ну появится, я поменяю рез. У меня будет ебать. Пижиги у них нет. Тёма от одного крашена вообще. Класс. Мне нормально. Поэтому умирает быстро. А мне надо, чтобы ты жил. Все пизда, я ведь сказал. Я в курсе, бро. Держу. Изя, ты кто из бега, да? Живите, живите, просто живите. Вы просто не умирайте, пацаны. No. В третьего сколько полетел? Ну, ваншот, там 4 с чем-то. Только, блин. Не, мы сосем. Я хочу Рика взять. Но или плюс, или пусть Тёма возьмет. Или я лучше. Лучше я. Нам точно вообще не нужно сейчас. Тёма, я вам отвечаю. Складывается. Я хочу, чтобы Тёма джигу одел. Мне не нравится для него твинса. Я Рика взял. Опа, пацаны. Я пошел. Кемперис. Кто? Я кемперис, типа, не говори того. Я пошел кемперис. Точку держи, кемпер. Давай. У нас два кафриза. Мне показалось на секунду мне, что ты на этом самом, на адреналине бахаешь. Ой, не на адреналине, но на этом самом. Как его? Сплэш? Нет, на этом. Ну, на вулкане? Ну, в смысле, там, быстром, с рикошетом. А, плазмофаким? Да, на факинге. Прям забываешь, он 0 хп тут нету. Тогда я подвигаю, что я плохой рисовод, вы просто смотрите против нашего риса. И все, вопроса не будет. Что вопросов не будет? Он говорит, если вы будете говорить, что я плохой рисовод, смотрите против риса, и вопросов не будет. Тёпа, бей, ты сука, это Изида, она меня бесит. Что хочешь, она только испанулась, ты, блядь, перегоняешь. Что тебе надо, блядь? Хочу, чтобы она сосала. Ты вообще фризами убиваешь, а хочу. А до скольки то точек? До 100. 100? Соска, хуя ли ты меня уносишь? Фриза солью, может. Ну, Рик, совсем другое дело. Ну, когда резов нет, конечно, совсем другое дело. Ну, да. Когда не приходится гоняться за Тёмиком. Точку, инвалид! Сам такой. Ездить где-то. Я на команду играю. На ваншот. Сейчас нас 30 чпокнет. Так
таким игроком вас не только рисать чпоки. А ну я рыс не добил. Дарить добить. Не добивать, не добивать. Да. Добейте россиян, Люпеса. 10. О, стой, его. Давай его еще одну хотя бы. О, не, вот фриза я жду. Ты не дал. Давай через дал. Через меня не дал? Нет. Я от фриза возьму. Я ответ собрал. То. Два продувать венца взял. Рикошета не сделал. А нафиг вдвоем рез поменяли одновременно? Я не знаю, я говорю, а Тёма молча переодевается. Я сказал, возьму от венца, у меня время было, что ты хочешь, блядь, молчи. Так что я говорю, я беру, а ты такой, ты я тоже возьму. Сказал 10 секунд, меня защитить, я следующий раз попал. Всё, всё, не плакай. Иди нахуй. Так я рейсу солю сейчас. Мне эта соска так кошмарит, это ужас. Так бери резист. У нас это Зида только один сейчас. Можешь позволить себе. Нет. Выпусти ты его позевать. Не хочу, пусть Аветти собьет. Нельзя пол хп. 20 тысяч, да. Меньше половины, в принципе. Да бьешь сквозной, ну. Ну, блядь, сквозной. Полгода сквозную ищет. Ты не возьмешь это Зида? Ну да, эти уже кого-то. Я думаю, что не надо. Ну у нас один это Зида. Ты пофиг. Не пофиг. Я стесняюсь, на тебя просто. Рикошет сзади. А что, у меня три рисы с ней? От фриза, допустим. Да хоть я тесы. Тут не нагибал. Тебе и так чекаю. Ну ладно, возьму это Зида. Один продукт сними какой-нибудь. Не, не буду. У нас у всех от троих продукт. Да и пусть будет. Хотя там ни одного продукта нет. Изи ноль. Блин, кто-то по Изиде очень плохо работает. Я могу Изиду сливать. Не буду, сука, показывать пальцем. Возьми Жигу, Тём. Возьми Жигу, Жигу возьми. Да, я возьму Джинса лучше. Я шипал, блядь. На, ты действуй, ханшот. Бля, мне через вас прострелили. А, мне тоже. Улика не делал. Их убил, заебись. Так все ноль был. Слушай, этот идиот, блядь, поставил меня на прострел, блядь. Пулик пол хп. Хотя бы один резиз я для троих всех. Без продула. Все, я вообще без реза. Я его без реза. А вот 20 бери. Да не, пусть берет от троих. Ну, пусть он 20 возьмет. Вот сзади один. Регбитый будет. Тебя снял с 2К. Да, да, бей вулкан, бей, нормально. 2500 рельса. Рельсы сейчас разберу. Рельс 2300, рельс 2100. Да, и выстрел в воздух. Ты же не ждал, что я по зубу. Тём, все, что бри туда. Салют. У нас 2400. 2000. Зиду взяли вроде. Я возьму, короче, пулик и изя. Вулкан, да?
Не надо, Миш, ты че, у нас 20-ка, сейчас я не продул, возьму, да, ерунда. Хорошо, жига оставлю. Хотя бы без меня попал. Вулкан взять. А чё, как не начался? Фризами дали. Ну ведь я там по времени его секунд 30. С шоком они взяли. Так они с шоком фриза взяли. Потому что я вообще без реза был. Ну еще от фриза не было пить. Пусть берет, у него там 30 секунд. Я вас понял. Я скаут беру. Да. Чуть тройную, ёптову. А чё ты селся? Ты мне не помог. Не, вы не сейте, я сказал. Кого я буду скаутом? Зачем тебе скаут? Возьми нормальную пушку тогда, боже. Зачем тебе скаут, сука, идиот? А зачем? Какой скаут? А, ну ты тупой, блядь. Он дамажит, как обычно, блядь. Ну, который я играл, он дамажит, как этот блядь. Ты это понимаешь? Он, смотри сейчас, как мы сосать будем по счету. Тебе говорю, он стреляет, как. Я тебе говорю, просто ты смотри мне на счет и все. Ты. Вот сейчас увидишь, как мы будем сливать все. Призбитые. Призбитые. Двадцатку меняй. Пусть берет там два продува пули какой-нибудь. Зато буду рассылать их сбивать. И за ног. Пойди. Должны держать. Шок это вообще минус пушка. Биты сильно шоковый. На один шарик. Ну попадай, ё-мо. Так толк, он там по 1000 снимает. 4 раза попасть надо. Он резист поменяет или нет? Ну кошмар ты эту рейсу, ты сказал ты будешь рейсу бить, блядь, почему она живет? Я на рейсе, сори. Ты почему не стоишь? Вулкан выбейте. Какая разница, за точку он стоит или нет, ты ему должен сбивать. Все биты. Маза, конечно, блядь. Ну, за точкой. Три рельса, да, рельса. Два фреза. Пол хп у фреза. Я два продула пули беру. Пулик не надо, не надо, Миш, не надо. Окей, зиду. Вулкановый, просто бейте, пацаны. Надо, просто бейте, он не будет жить вообще. Фриз на нулях. Изя тоже. Если пулика сразу фокусить, от него толку ноль. Сливай рельсу. Нельзя бить, если не давай ей жить. Ну тебе сестры, меня свет 20-ку, ты когда сказал себе ничего? Не возьмут они. Два подвоя зидов, ведь у меня подвоя зидов. Нет, кого пущать, от одного фриза. Питый фриз. Пулику полторы дал. Под их пушки он устал, блядь.
Просто кошмар рейсы все. Будешь кошмарить рейсы, а не солить. Кто? Ау, кто? Рика взяли. Рика взяли. Вместо пулик. Фриз пол хп. Можете держать. Кольцо два раза, да. Да, я проеду. Рей со мной, рей со мной, рей со мной. Ну добей ты ее, ёб твою. Попасть бы сюда. Пусть меняет скаута, или он до сих пор хочет на ней. Да нормально, скаут работает. Просто он должен... Что это? Сольём, смотри. Работает. Да чуть-чуть просто морозы не стоит. Кстати, страйкеры нормальная тема. Нет, по одному уран берешь. Смотри, как никто не взял. Один Зида катается. Рису аккуратно. Рис убитая, половина где-то. Добью. Я на рельсу. На точку, Миш. Три раз дали зитку. Три раз дали зитку. Рельса пол хп. Давай я возьму резист. Да, эти должны взять и заканчивать. Твинс изи жик взял. 88 уже создал. Изи до сзади. Я создавал. А ничего, я думаю, не создался. Твинс мой. Падение. Точка, 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 точка. Молот вместо рельса. Рельс меняю. Или нет? У них твинцы молот вроде появился, да? Да, прям сейчас молот твинц вылетит и сим. Ну они проиграют так. Я дую вообще жестко сейчас. Очень много урона. Давай дотянем, давай дотянем. От рикошета два. Давай дотянем. Молот пол хп где-то. Давай, твинца бью. Давай, по-быстрому, по-быстрому. Изи тут. Твинца солю сейчас. Изи тут, вот. Лаги. Контроль, контроль, контроль. Оп. Хорош. Ну, значит, говорю, скаут лучше зашел, чем это там. Что ты, нет, нет. Я же знаю, я понимаю. Ты нормальный. Да, без фонта играть. Вот если вы не стати скаут, ну я чел, как ты поставил. Я же сказал, со скаутом проиграем. Да, ну. Слили со скаутом.